Привет-привет! Привет! Мы, как всегда, не вовремя немного. Здороваемся с вами. То ли на стопе, то ли на перехрестку. Как у вас дела? Хорошо. Да, это хорошо. Так, я вам сегодня немножко утром снимала. Вот, наш папуля пришел с работы и едем мы. Это был секрет, что мы снимали. Да. Секрет, что вы купили. Да. А не секрет то, что вы снимали. Да. В общем. Едем мы в Бургер Кинг. Что это такое? Ну, я думаю, многие знают, это просто, ну, Бургер Кинг, я не знаю, фастфуд. Фастфуд, ну, как бы, такое, как Макдональдс, что-то такое, бургеры там. Да, Ульяна у нас очень любит Бургер Кинг, и мы решили тоже разнообразить наш вечерок. У нас два дня и шел дождь, прошлые два дня, да, как бы, сейчас тоже не солнечная погода, но, тем не менее, мы поедем. Плюс удалось пораньше с работы еще прийти немного. Поедем перекусить. Я лично голодный. Я очень голодная. Потому что последний мой... Во сколько я ел? В 12 часов я ел прием последний пищи. Раз. Да. Сейчас 7 часов. То как бы... Чувствуется. Я тоже. Я, наверное, за целый день съела один банан только. Ну и, конечно же, кофе. Да. Все, покажем вам, как приедем, да? Я думаю, да. Так, подъезжаем. Здесь Антонова автосалон. Да, да, да. Вот. Nissan. Да. Следующая. Бургер Кинг. Ну, мы туда будем заходить, чешь вовнутрь? Да, да. Бургер Кинг. Интересно. Я на той площадке уже не буду играть. Ну хорошо, а, ты уже взрослая. Площадка. Да я не хочу на ней, это для маленьких. Не хочу. Ну конечно, на камеру не будем, а вот камеру выключим и пойдем. Так, все. Нет, я не буду. Ну не будешь, не будешь. Ну хорошо, хорошо. Пусто, пусто я вижу, в общем. Да? Я с нетерпением уже хочу заходить. У меня уже слюни, я только увидел. И у меня. Я только подписи видел, у меня уже слюни потекли. Все, погнали. Ну что? Да, походу столы закрыты нам здесь. А. Вы не сидели тут? Вы тоже? Нет. Так, ну, ну и я. Давай спросим. Да. Мы сейчас все равно закажем, все равно спросим. Да. Детская площадка? Да. Да, заказали мы, получается, мне с беконом какой-то кинг, бейкон кинг. Тебе мы заказали с курицей, хрустящей. Так а что с беконом тебе? Бекон и телятина? Ну, бейкон кинг, да. Ну, там котлета по-любому, вот просто он какой-то а там типа большой. Тебе с курицей хрустящей. У Ляни простой чизбургер и наггетс. Ну и как бы напитки, все закрыто. Даже мы не можем налить напитки, нас спрашивают, мы должны, как бы они нам сами наливают. То есть, смотрим, заходим мы сюда. Выходим мы сюда, social получается, distance. Да, все по кругу. Столы закрыты все. Посидеть не можем, присесть не можем, поэтому сейчас возьмем машину. Может, по дороге остановимся где-то в парке. Будет интересно. Погода как бы не особо прям супер, но я думаю, с комфортом поедим. Наши бургеры. Серьезно? Кстати, почти готовы. Сейчас пойду забирать. Да, вот наш заказ. Сейчас я напитки наливаю. Я бы еще мороженое съел, но мы пока сидим бургеры, оно и растает. Насладимся. Да, да, да. Я не знаю, как ты насладил, но я, наверное, сейчас проглочу его сразу. Раз и все. Но я сейчас смотрю на все эти картинки, они слюни. А вы их видели? Иногда можно, правда? Ну иногда мы и так раз в неделю мы себе позволяем заехать. Последние две недели не рассказывали. А до этого мы или пиццу брали, мы или что-то другое. У нас все время что-то. Да, согласна. Вот пока очередь дойдет до бургеров, то это месяц пойдет. Да, да. Месяц суши, потом через месяц пицца и так, и что-то еще придумаем. Все, забирайте заказ.
все, это наш. Твой номер, Антон. А? На чеку. Кетчуп, бери. Лен, помогай. Вот мои хорошие. Так, мы на месте. Значит, вышло у нас, смотрите, 30. Не, не видно с пересечи. А вот там. Видно. Да, есть $30. Короче, да? 30 зеленых, 30 долларов. Здорово, правда. 30, я тебе скажу, это дешевле, чем в Будде, не? Надевай маску. Маска. Коронавирус. Не, $30, в принципе, стандартно. Не, дороже у нас. Так там вышло 20 30... чем-то. А, не 32? Не, там, по-моему, до 30. Угу. Показывай, Ульянины... Чикен-наггетсы. Нет, мы все. Да никто не будет есть. Да, все. Вот и маленький, кстати. Видите, какой маленький. Как Макдональдс. Да. А салфетки? О, салфетки положили. Да. Вкуснее. На, Ульян, тебе простели. Положи колу. Положи колу. Положи вон, у тебя есть все условия. Застели себе салфетку. Вот там. Так, ребята, вот давайте салфетка. Быстрее. Вот, ну, я же хочу показать все. Такой обычный. Я наггетсы сюда. Да все хорошо, обычный бургер. Давай дальше. Да, на. Держи. Все, я показывала. Держи. Быстрее. Так. Папуля, салфетку держи себе на колено. Положи. Смотри, сейчас стакан. Да, осторожно. Картошечка. Ой. Простите. Кучачку. Держи. Да что, упала? Так, картошка. Ну вот я вся упала, он мне еще. Ну вот вообще, да? Не, на чья машина? Чья машина? Вот чья машина. Так, у нас два разных бургера, кстати. Да. Давай, ты это раскрой. Это Crispy Chicken, это твой. Покажи. Не вижу Crispy Chicken, конечно, но похож на мой, кстати. Это не чикен, точно. А что написано Crispy Chicken? А соус к ульяниным. Давай дальше, бургер давай. Ну, мы так 3 часа будем. Соус, соус к наггетсам. Каждую картошечку. Я сама покажу. Вот это мой. Crispy Chicken? Да, это мой. Вон, смотрите, написано Crispy Chicken. Crispy Chicken. Но здесь мясо. Это мой кинг. Это мой кинг бейкон. Я надеюсь, они бейкон хоть положили. Все. Приятного нам аппетита. Мы немножко покушаем и потом скажем, понравилось нам или нет. Кетчуп есть. Все, кушаем. Приятного аппетита, да? Как хотите. Так, я хочу немножечко показать. Вот смотрите, булочка. У меня вкуснее, я думаю, булочка, чем у тебя. Сейчас Антон покажет. Такая вкусная булочка. Антон? У нас разные булочки. Так, нет, на свой соус. Можешь близче? Так, да. Кетчуп. Она положила кетчуп, смотрите. А куда мы макать будем? Картошку. Нашу. Любимый, покажи булочку свою, потому что она другая. Смотрите, у меня какая булочка. В прошлом кафе были одинаковые булочки. Что да? У тебя, что у меня. Ну, у нас же... А мы разве одинаковые? Было. Было одинаково. Все. Мы потом свяжемся с вами. Ребята, мы вам вид не показали. Вот наша речка. Как неважно, мы приехали и было... А, да, я забыла. Мы подъехали и вид точно, был. Я забыла. Ой, ты боже. Я постоянно хочу снимать, разговаривать с кем-то. Постоянно какие-то деревья, природу, речки. Так было вкусно. Супер вообще. Я даже не заметил такой... Нет, отличный бургер. Отличный бургер. Я, кстати, первый раз Бургер Кинг. Ты можешь докушать? Если хочешь, нет? Я первый раз Бургер Кинг. У меня получилось... Excuse me. 2 котлеты. Да, ну, такой большой. Он больше был. Вот мы в прошлую неделю ходили в этот Junior как-то там... Бургерню. Что за бургерня?
Так, Антон. И я вам скажу, ну, в этот раз я наелся. В тот раз он такой, ну, хороший был, но как-то вот все равно мало. Я, мне понравился любимый с чикеном, криспи. У меня-то такой с этим запашком, как он, с дымком. Да. Зажаренный, а вот криспи неплохой. Ну, блин, ты бы не накушался. Он такой, да. одна куриное филе. Ну, криспи. В кляре, вот так оно называется. А, да, точно, наверное. Да? И там. Что там было? Салат, листья салат, там сыр. Короче, супер. Мы наелись, на вид посмотрели. Да. Альбертозаврик на нас больше не рычит. Она тоже не ела с 12 часов. Все были голодные. Ничего страшного. Всем приятного аппетита, кто ел с нами и кто будет сейчас есть. Посмотрите наше видео обязательно там, где мы ездили в этот другую бургерню. Ай ты, господи. Все, мы поехали дальше. Так, мы цены показывали, да? Сколько? $30, да? Да, мы показали. Сейчас мы или домой, или заедем еще куда-то по дороге. Надо каких-то к чаю вкусняшек, может, купить что-то такое. Вот. Что она сделала? Что это за коронавирус? Кашель! Если кашель, то это коронавирус. Да. А это что было? Все, поехали. Все. Я еще картошечку съем. Ешь, ешь. На здоровье. Так, все-таки любимый нас везет магазин. Да. Я не настаивала, кстати. Мы же чай сейчас все равно будем пить. Сейчас еще, да, пока видео загрузим. Чай попить. С вкусняшками. Не мешало бы, конечно, да, с вкусняшками. Что не мешало бы, конечно? Да, то ладно. Ладно, да. Да. Сейчас покажу, в какой магазин мы приехали. Да мы же показывали. Мы вам гиф-карту мы тут покупали, правильно? Save on food. Тут да. Мусорников нет возле телег тут? Нет? Нет. Все, идем. Идем. Так, мы зашли. Save on food, да? Так, идемте налево тогда. Так, ну вот такое вот. Ну, здесь капкейки всякое непонятное. Капкейки мы не любим. Я лично не люблю капкейки. Вот здесь вот начинаются уже торты. Посмотрите. Поинтереснее. Мы, давай возьмем ну, наши эти штуки-то и все. Чине. Ну, можно. Со сливками, да? С битыми. Или тортика кусочек. Мы, кстати, давно уже не брали торт. Вот этот можно опять на столе, да? А что это? Так это не торт, это... А, это кусание, да. Я думала, это все. Такое... Я думала, это все. Да. Вот обычно мы вот такие берем, они поприкольнее. Вот. Да, оригинал, бла-бла-бла. Ну, цены не дешевые на такие, понимаешь? Блинчиков моих. Так не, вместо блинчиков я же тебе говорю, у тебя штуки. Типа... Да, я согласна. А, вот они, покажи. Ой, ты. Боже, какие они вкусные. В общем, это блинчики, да? Но они как не такие, как у нас получается, домашние. Не такие совсем, они другие. Да. Там клубника, возможно, сливки. Очень вкусные. Любимый, если будешь делать мне сюрприз, не да, забудь да, вот да, 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 да. Так, ну что туда? Что или... это, да, скидка или что? А ну, типа, да. Ну, а или этот сейчас с чаем. За что? Я так и не поняла. Там что-то бесплатно. Ну, когда у тебя поинты есть, 3400 поинтов, тогда типа фри. Ну, а это не фри, а за поинты. Вот это ореховая штука. Вот это с фисташками, что-то непонятное. Давайте но то не макарошки. Макарошки убрали. Макарошки, они выглядят по-другому. Я знаю. Давай покажем
вот это. Кого? Канаде очень любят такие бутерброды. Мне кажется, везде. У нас и Subway есть такой. Ну, как бы не то, что любят, а удобно на работу взял себе, заехал, и все, и не надо ничего готовить, париться там. Если ты один живешь. Ну, как бы да. У тебя жена есть? Ну да, логично. Ну, это подобие сушь. Мы еще вам суши не показываем. Да. Так, все, да мы по-быстрому, а пить ничего мы не берем, там у нас кола закончилась, типа. Что там, есть молоко? Ну, слышно. А, точно. Там, мы да, еще доберемся до колоса. У нас еще манна. Вот манна, красная манна. Так, на, держи, отсюда иди. Опа! Что? А у нас, а у тебя нет или что? Угу. Значит, удобная штука. Здесь есть rewards карты, и по ним дают скидку специально. Угу. Но можно сфотографировать. Ну типа поинты собираешь? Да, я фотографирую и сканирую. Все. Покажи. Все, оп. Я просканировал. Ну, да, с фотографией самой карточки. Да. Очень удобно. Да, супер. А вот неудобно, что ж не код, но все сверху. Sorry? Yes. I love it. How can we... Девочка сказала, спросила, мы блогеры или нет. Представляете? Антон сказал, да! И она сказала, что она таких любит. Sorry? What are you doing? Oh, just make video. Are you making just video? Just vlogging. Oh, you're vlogging. That's yeah, awesome. For our channel. Oh, for your channel. Oh, that's awesome. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ну что, популярные мы стаем. Видите, я видите? Да. Да. Ну, всем, наверное, интересно, либо не хотят в камеру попасть просто. Вот. Ладно. Ну, да. Ну что, как твои ощущения? Нас купили, люди? Да. Нет, расскажи за это. Нет, сначала купили мы наши штучки. Да. За наш... сколько? 4, там, 40, 4, 50. Но как бы первый раз у нас такое вот немного удивление. У нас мы спросили, да, два человека, как бы, ребята, в один момент. Одна девочка спросила, вы, ребята, типа, блог делаете? Мы говорим, да. А потом еще женщина. Я видел, пока, когда мы покупали сладкое, она просто со стороны, я смотрел, она взглядом там смотрела, улыбалась, как бы. И потом она подошла и спросила, ребята, а что вы делаете? Мы говорим, ну, типа, записываем для канала нашего. Она такая улыбается, говорит, о, очень интересно. Так вот, как бы у нас город маленький, у нас 100 тысяч населения, и как бы, мне кажется, по пальцам можно пересчитать, что здесь вообще кто-то будет что-то записывать, или блогин, или, ну, редкость очень. Обычно там, ну, короче, нам приятно. Да, короче, да, супер. Это уже третий раз. Было первый раз, что кто-то уже спрашивал. Где? Не сегодня, а может пару дней назад или что-то спрашивали у нас уже. Я об этом, не помню. Да. Ну, короче, вот такие вот истории. Вот видите. Все в Walmart'е, дедок. А, ну дедок, да. Ну, да. На входе. Он просто перед нами стоял и смотрел такой, смотрел. А вы же вы делаете? Короче, да, ребята. А я перепугана, потому что я думаю, блин, не снимайте меня. Ну, я же не знаю, что она как бы хочет. Да. Все, ребята, оставайтесь с нами. Спасибо, что досмотрели до конца. Все, пока-пока, Ульяна. Прощаемся. Пока.